Сегодня в Верховном суде КБР начался процесс по делу об убийстве Григория Могилка. В совершении преступления, по версии следствия, подозреваются Ислам Дзугулов и его знакомый Ихтияр Чимбулатов. На скамье подсудимых пока только 24-летний житель Нальчика Ислам Дзугулов, так как расследование дела, возбужденного в отношении Ихтияра Чимбулатова, еще продолжается. Дзугулов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство по предварительному сговору с особой жестокостью». Во время расследования дела ветерана Могилка выяснились и подробности другого преступления, которое совершил Дзугулов. Он пытался сжечь свою сводную сестру. Оба дела были объединены. Обвинение представляет Управление Генпрокуратуры в СКФО. Ислам Дзугулов заключил со следствием досудебное соглашение. Он полностью признал свою вину. Прокурор потребовал для обвиняемого 20 лет колонии строгого режима по совокупности обоих преступлений. Напомню, 89-летний Григорий Могилка был найден убитым в своем доме 15 апреля. Двое преступников проникли в дом к 89-летнему ветерану войны. Они избили фронтовика, ранили из пневматического пистолета и задушили. А затем похитили из его дома золотые зубные протезы и 15 000 рублей.